И мы уже начинаем, у нас начинается пистолетка, хедшутерцы с большим, однако, преимуществом побеждают все-таки в ножевом раунде. У нас карта кэш, и мы начинаем Экзора. Давайте посмотрим. За Экзором уже опенфраг у нас от Бладварена, начинается по Квайтзу. Ой-ой-ой, серия разменов от Верея и Экзора. Рейден завершает ее убийством Экзора. Пиркэпс, какие минус 2 в Вентруме, просто волшебно. Сатану надо сейчас просто постараться задефенсить. Ставит хедшот по перхепсу. 2 в 1. На планте у нас Сатан. Нужно сплитфайром задавить. Начинают они это делать успешно. SDRY. SDRY. Ну вот ники такие у них, конечно, сложно читабельные. Но ничего страшного, я думаю. Бомба диффузится. 1-0. Хедшутерзы уверенно берут первый пистолетный раунд. Давайте посмотрим. Хедшутерзы поставили свои клантеги, и все выглядит у них отлично. А вот вторая команда, которую очень трудно на самом деле мне прочесть, это у нас AVKDJ. Они как-то не подготовились к этому, к сожалению. Буст у нас идет сейчас на мидл. Там у нас играет Перхепс, отходит он обратно с зигзага. Форсбай не решили дело, хотя дробовик у Сатана как-то раз как-то странно. SDRY сейчас у нас кроет погрузчик, запалил он у нас в скрипе Рейдена. Тем временем Зерк с Экзором делают минус по ВР и Квайдзу. В Вентруме есть инфа, что там находится у нас Сатан. Карму на зигзаге, который вообще не смог реализовать свой P250. И просто погибает, и Сатан с дробовиком. Реализует или нет? Вот очень хорошая позиция. Но тут перхепс просто в спину рашит. Где наушники, Сатан? Нет наушников. И 2-0. Дробовик взял себе перхепс. Посмотрим. Будет ли интересный розыгрыш? Я не знаю, но... я надеюсь на это. Я люблю хорошее миско. Давайте ознакомимся с командами. За хедшутерс у нас играют Экзор, Перхепс, SDRY, Зерги или Зергу, не знаю, и Бладварен. Опен фраг от Экзора уже зарашил, он у нас Б. О, еще минус, еще с Бладвареном на парочку. Минус, и Перхепс опять идет в спину. Квайтс ловит пулю в голову. Ловит дробь пуль в голову. И последний у нас Рейден, который не разыграл дигл. Разыграл по зерга дигл, и сейчас реакция перхепса не подводит. Хедшот, и еще одна дробь залетает в голову команде SDRY. А, AVKDJ. Ох, AVKDJ, боже, как-то... ну вот объясните мне, пожалуйста, название этих команд, я буду очень счастлив. И у нас бай от террористов. Сейчас они покажут нам розыгрыш своих девайсов. Перхепс также играет с дробовиком, пушит активно мидл. Тем временем Зерга тоже активный пуш. Ставит хедшот по рейду, но откидывает хаешку. На бусте у нас ВРС зачекал, никого в дыму не увидел. Опен фраг дает по Экзору. Однако позиция очень хорошая. В спину заходит Перхепс. Просто что творит? Не нужно стреляться очень рискованно, нет, его Сатан на пару скарм забирают, запушил Зерга минус по рейда, но... а у нас пока что выход, скорее всего, будет через Вентрум на Б. Нет, смотрите, они действуют как агрессивно, идут через зигзаг на пустой аплент, что очень грустно. Зерга забирает карму, который ждал его. Не смог перестрелять, 2 в 2 у нас ситуация. 3-0 счет и 50 секунд до конца четвертого раунда. Смотрим. Что же будет, что же будет, что же будет? Я думаю, что все-таки смогут террористы сейчас раскидать. Однако какая хаешка, Сатан убивает Зерга, и сейчас Бладварен один в один на пару с Вереем. Верей запушил. Это как? Как это хакс? Это просто хакс, это Вольф. Он смотрел в пол, когда выстрелил, но убил его. Ну ладно, мне понравилось. Было очень даже неплохо. Ну, по-другому реально не сказать, это правда круто. Что же у нас дальше? Выход готовится под Б, хочет опен фраг делать в рейн, но его ловит Экзор, который ретируется обратно на Б-плен. Тут Бладварен есть еще на хелпе у нас есть. Выход туда и строился, теперь идет ретейк, бомба скидывается у нас в колпаке и... что же?
Все равно под Б сетно, а никого тут только SD Ryan и стоит и ждет. Хедшутер за хорошая расстановка, они как-то читают своих оппонентов. Квайт берет авик и снимает Экзера. Тем самым на пленте оставляют только одного Бладварена. Давайте за ним посмотрим. Сейчас главное это грамотный розыгрыш. Главное грамотно затащить под флешечку. Сатан, что за просто глупейший выход. Однако Бладварен перед тем, как умереть, снимает карму. Размен открывается и... Зерги у нас что же творит? Разменивает три, ну а еще и снимает Квайца. И тут последний завершающий. Пока что преимущество на стороне хедшутерзов. Особенно хочу отметить игру вот этой. Хотя вся команда играет очень даже стабильно. Зервай, надеюсь, разыграется и раскидает всех еще не один раз. Но это уже неплохо на самом-то деле. Что у нас... По террористам. Ох, open фраг на бусте поймал перхэп савика. ВРА еще и ловит сейчас Экзор на пару зерга. У нас Рейдена сатаном зерг рашит и еще снимает квайцы. И последний просто бомба у нас карма. Остается с глоком в руке. Ему бы пойти и слиться, но я не знаю, чего он ждет. И его снимают. Давайте включим подсвечивание. Ладно уж, я думал, мы сейчас будем на ВХ палить, как прям невероятные какие-то детективы, невероятные Шерлоки Холмсы. Ну и ладно, давайте по стандартику. 5-1 уже у нас КТ показывает преимущество, однако это КТ-шная мапа, стоит учитывать. Так что, неужели они опять делают буст? Ну, посадка в буст уже будет нелогично. Им придется еще один экономический, счет будет 6-1. У них ни флешек, ничего, это вообще неразумно. Он открыл скрипт, когда должен был быть выход с мейна, но их остановила флешка. Все, Зервай! На пару со своим тиммейтом Зергой должны принять сейчас! И что? Да, Зерга принимает Сатан. Размен по Зерге. Какой спрей это Зервая, но не удерживает для снятия кармы. И тут Экзор приходит. И должен сейчас на изи снять двоих на самом-то деле. Не знаю, Рейден скорее погибнет от Перхепса. Но если бы более слаженно летели пули. Я вот хотел сказать, команда играла, но потом подумал, они играли очень даже правильно. А потом пули все-таки, если бы он законтролил, то получше, то тогда бы... Вообще было бы на изи забрать. А так, те поставили бомбу, заработали для себя неплохие денежки. С чем я их поздравляю. И теперь у них прямая дорога к победе. АВП у ВРЭ. Но видно, на самом деле, что Перхепс гораздо лучше играет с авиком. Но я не знаю, надеюсь, что он покажет. Ой-ой-ой, уже какой дамаг. Опять буст с АВП. Ну как это нелогично? Ну зачем? Они постоянно это делают, постоянно, и опять Перхэп снимает ВРЭ, и опять тот же буст. Сейчас издервай под флешечку, наверное, ворвё. Ой-ой-ой, издервай, какой просто спрей через дым! Это невероятно, это просто невероятно! Еще снимает рейда, на который шел размениваться и разваливается у нас команда АВКД прямо на глазах. Под флешечку еще врывается, карма запалил, ставит церковь, хедшот по карме. Где реакция? Где игра? Я не понимаю. Команда АВКД Джей просто сейчас, на самом деле, показывает не лучший результат, но Квайц, вот Квайц тот игрок, который хороший результат Савика показывает. Ну, зажали со всех сторон сейчас уже у нас Квайца, так что ему некуда одеваться и засейвить ему не дадут. Они его могут сплитом заражить. Скорее всего, они сейчас сплитфайром его и уделают. Да, вылетает Перхепс. Смотрите, однако Бладварена сняли в спине, но Перхепс размен по Квайцу, и это 7-1, 8 раунд очень легко отходит. Давайте посмотрим, может, в 9 раунде на последние деньги байт совершив, террористы все-таки смогут отыграть свои деньги. Я очень надеюсь на это, хочется увидеть хорошую игру, а не буквально 16-1. Как дела, хочу спросить у террористов, и что им сейчас мешает? Команда АВКДДжей, что с вами не так? Объясните мне, пожалуйста. Пинг, может, большой? Да пинг у вас лучше, чем у хедшутерсов, у владельцев сервака. Ой, Рейден уже до 50 хп достреляли. 15 у Зерги, перестрелку вот так он не выдержал. Неужели... Ой-ой-ой, Экзор спину просто... Что это? У меня про... Да ладно... Однако, смотрите, разменяли террористы, но Зерга продолжает просто нереально давить и 3 в 2.
Что? Вот просто невероятно, что творит Экзо. Они просто рашат, как Сильверы рашат, и у них это удается. Они просто понимают, что террористы не могут контролировать свою спину, они не могут защищать своих тиммейтов. То есть нету такого особого тимплея, будто команда друзей собралась по фану поиграть. Невероятный инсейн реакшн просто от Перхепса у нас сейчас был. Что творят эти ребята, я пока не могу понять, но это очень круто. Квайт снимает зерга на 15 хп, очень-то сложно, очень сложно было снять, так что посмотрим. 1 в 2, клатч. Такой клатч совершить на уровне нереально. Ой-ой, ну и Здервай принимает у нас Квайтс. Не знаю, почему Квайтс сразу не начал контролить дереакции, но... Решили делать бай, сейчас Галилы у нас полетят. Как минимум, ого, пинанти у Квайтса, некий гитрайт сейчас у нас будет. Очень хочу на это посмотреть. Экзор почему-то АФК. Не знаю, что с ним случилось, но давайте посмотрим, куда. На Б с сам движется, у нас террористы. Где? Бладваренс, спрей через дым, минус по ВРей уже оставляет меньшинстве команду террористов. Еще сейчас снимет, еще и квается размен. Только сейчас от кармы залетает, бэплен пустой. Можно двигаться. Можно двигаться, Вентрум сейчас зерги. Ой, карма тем временем принимает Экзора, рейда принимает зерги. Балкон, перхэпс, отличный розыгрыш АВП, по нему отлетает. Смачок услышали, я думаю, ну, это... Боже, какой спрей, однако сатан выносит. А вот сейчас очень неожиданная позиция просто от перхэпса. Если он ее зачих... Ой, сатан, что творит сатан? Это грамотно. Смотрите, нога, нога свисла. И ставит он хедшот 8-2. Неплохо, неплохо сыграно. Сатан велплейт. Рили велплейт. Не очень понравилось. Неплохо. Ну, Сатан, в принципе, фраг... Ну, нет, даже не фраг лидер, но... Нужно, нужно больше. Нужно больше раундов брать. Ну, тут вообще как-то грустно все. Нужно больше брать. Вот прям аж... Рашит Экзор не по тайминг. Словил он тайминг себе. И сейчас Бладварен должен принимать, снимать с дигла. Квайтс экономический раунд делает у нас. Почему-то Квайтс, когда все остальные с баем. Серия невероятных разменов. Террористы остаются в большинстве. Перхэпс с Авиком у нас. Огонь отлетает на плент. Сейчас должен выходить в рей. Что он и делает, и ловит пулю. А сейчас Здервай нет. Ну как можно так выпрыгивать? Сатан слепой еще и ставит по балкону. Vacation. Невероятный vacation. Какой у него приватран? Ой, мы не можем его приватран посмотреть. Нажимаю профиль CSGO, мне Steam откроет. Ну, все, я понял. Грустно. Грустно. Опять буст, опять ВРей, но на этот раз Экзор его что-то не прочекал. Неужели разваливаются КТшники? Но нет, Зерги показывает карме, что я не сдамся. Зерги показывает Квайтсу, размен от ВРей, только он залетает 3 в 3. Неужели через зигзаг они пойдут? Вряд ли. Два игрока на Б, а там сейчас у нас Сатан. Сатан, который ловит пулю, перхэп все время в Вентруме делает минус и... Просто у Рейдена, я не знаю, как можно не законтролить, учитывая то, что Перхэпс доставал пушку в этот момент. Он только доставал, ловил тайминг, а тот его не снял. Ну, что поделать. Экономический раунд делают у нас террористы, то есть это 10-3 потенциальные. Я не знаю, куда они расходятся. Можно было слаженно выйти в фастбиль, например, карму зачекал Экзор и наоборот... Опять перхэпс в медле, боже! Боже! Опять перхэпс опен делает ВРА, никто не зачекал. ВРА дал перхэпсу уйти, нет, не дал. Ладно, дал сатан, боже мой. Найс тимплей, просто радар вотчинг из олреди. Бладварен снимает Рейдена, все пушат, КТшники пушат, я не представляю, что они будут делать за... Затесает, ой, просто зерг заходит, делает минус 2, и последний у нас остается за машиной, просто за машиной, за грузовой. Ну, ну объясните мне, ВРей вот слышит, но хочет дать минус. Попадает один раз и не может добить!
Это смех! Вы издеваетесь? Почему это... Они просто словили, но они на дизморали. Ну, я понимаю. Я все понимаю, это дизмораль. Всякое бывает. Но теперь опять хаешка по карме. Еще и подбил Бладварена до 20 хп. Вот каждый раз одна и та же ошибка. Одна и та же встреча Бладварена с кармой. И каждый раз она заканчивается тем, что либо карма погибает, либо карма... Ну, low HP. Вот сейчас Бладварен, если разыграет позицию... Да, моменталочка и минус. Экзор еще и Сатан размен от Врея, но туда перхепс улетает из Вентрума, делает минус. Бомба упала, Экзор в close distance, ловит тайминг, но не погибает. Рейден снимает не того, а Зерга тем временем минус покрывается. И это 11-3. Последний раунд первой половины игры. Прямо сейчас на вашем экране. Карта Декэш, играют команды АВКД Джей против Хедшутерс. Невероятное веселье сейчас, на самом деле. Я в небольшом шоке. Денег нет. У одного Юмп, у одного Дикл. Ну, ладно. Квайтс, у него хороший аим. Он может на аиме сыграть. Ой, смотрите, встречу в Эрея с Перхепсом. Вот это логика в Эрея. Увидеть Перхепса с Авиком. И... решить, ну, просто решать стреляться с АВП, когда у тебя юмп и дистанция около 150 метров, это просто нелогично. Вот Квайтс, ладно, еще если заваншотит, это будет волшебно, но уже логично, в принципе, что он будет снизу и даст минус, но карма этого не понимает. То есть для кармы это нелогично. Зервай минус по рейду, он заходит опять в спину Бладварен, и минус по Квайтсу, и Сатан остается 1-5. Невероятный эйс будет сейчас, уже начало положено, Зервай погибает, но нет, спину Бладварен, что ты делаешь, ты должен был дать сделать эйс. Эх. 12-3, разгром. Тут даже, я думаю, что пистолетка сейчас тоже ни на что не повлияет. Что это такое у нас? А, все. Ну, как сказать... 19-5, 17-8, вы вслушайтесь, 19, 17, 13, и слушайте, 6, 7, 8. Ну, разница, я думаю, видна невооруженным глазом. Вентрум у нас, выход на А планируется, Вентрум у нас идет сейчас. Кто идет Вентрум? Зерги на пару с Экзором, Эзервай на бусте, вместе с Бладуараном, перхепс в мейне. Два игрока. У Сатана хорошая позиция, ее не зачекают по-любому, ее редко чекают, даже профессионально. Но чекают, но когда они понимают, что там редко, то может быть, вот так все получается. Перхепс минус по Сатану, ВРА минус 2 в хедшот, тут его принимает Зерги, у машины сейчас стреляется Квайтс. Его пули сильнее гораздо, но карма Зиги еще стягивается на халпу. Они все-таки сдавливают сплитфайром. Карма рандом шот по перхепсу. Хедшот по Квайтсу, перестрелка и Квайтс. Отличный розыгрыш. И 12-4, камбэк из Риал, вы серьезно? Если будет камбэк из Риал, то... Да не, я не поверю просто своим глазам. Это невозможно. Это просто невероятно. So easy. Hello, hello всем. Всем привет, ребят. Как вам эта игра? Объясните мне, пожалуйста, почему такой разгром? Будет ли камбэк, по вашему мнению? Скажите мне, мне интересно знать. А я напоминаю, это Теле2 у нас сезон Game Show Open. Призовой фонд 350 тысяч рублей. 150 выделили на Counter-Strike. И тут просто, ну, изи прием сейчас от КТшников. Неужели камбэк? Я буду в шоке, если честно. На самом деле, невероятно. Сегодня у нас играют третий регион, то есть третья квалификация региона Россия, центр плюс юг плюс Урал. И, в принципе, ничего необычного, я думаю, те, кто смотрели уже Game Show Open, должны знать это. А те, кто нет, вот я вам пояснил. Ой, ну что же.
На этот раз, кстати, гранд-финал будет проходить онлайн. В Рэй опенфраг по перхепсу оставили ему 15 хп. 15 хп — это то же самое, что было у Зерги тогда, если вы не помните. Посмотрим сейчас, будет ли что-то. Нет, ну, я не знаю, есть ли дезмораль сейчас какая-то у террористов. Не смогут ли они заточить Сатан? Нулем просто оставляет лут в голову через ящик, однако у него 165 хп. Перестреливается Бладварен с 26 хп. Зачем? Вот Квайц его на самом деле сейчас просто на изи вынесет. Вот слышно на самом деле очень прекрасно у нас игроков команды Тесайда. Это слышно просто... Мне нереально слышно, к примеру. Вот у меня Рейзеры Кракены обычные. И это слышно волшебно. Настреливает голову Рейдена у нас Экзор. Перестреливается еще и... С Сатаном, тем временем, Зервай минус по Квайцу. А тут Сатан ловит на своей любимой позиции Экзора! Карма! Перестрелка и размен моментально от Зервая. Выход на Б, 2 в 2, ситуация очень мало ХП. Сейчас у нас битва ХП начинается. То есть, сейчас у нас полетят фаерболы. Да, фаербол от ВРЭ может залететь. Ну... Фаербол! Ой, и горят, 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 но все-таки уходит. 15 хп убирает. И он убивает Зерва. Ну. 1 в 2, 26 хп практически нереально, учитывая то, что у Сатана 65. Но он шумит просто. Жесть! Неужели? Нет! Я не верю. Но нет, 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 зря пикал, но время. Сейчас я угадаю. Да, время есть определенно, он успеет в любом случае. А так круто было, да? Нет! У него нет времени! Он проигрывает. Боже. О боже. Боже. Это так грустно, наверное. Просто сейчас... Вот это дезмораль. Вот это уже дезмораль. Это только так называется дезмораль. Как же это неприятно. Блин, мне так грустно, если честно. Ну блин, ну что же это такое? Фаст выход на А. Хедшутер далеко занимает рандомшот от перхепса по Сатану. Рейден принимает сайт хедшот по издерваю, но размен от Экзора. Машину принимает у нас перхепс. Делает один минус, как он не слышит карму, слышит все-таки. Оставляет ему 12 хп, но погибает у нас перхепс. 3 в 2, но это нереально выбить, лучше идти сейвить. Зерги минус по карме и Квайца один. Совсем один бедолага ловит голову от Квайца. Ой, от Зерга. Отхватит стоит голову. Грустно. Очень грустненько. Но... А так было круто. Если бы Сатан задефузил. У них такая мораль была. Мы бы затащили. И они бы реально могли закомбэчить. Но... Невероятное. Ну, на самом деле, даже матчмейкинги вот играешь, и все равно грустно. Карма, опен фраг по Экзору. Подловил он его. Размен, просто рандомный выстрел, а ты сдерваю голову по карме. Дробовик у Рейдена и Сатана, офигеть. Если один дробовик не справляется, другой помогает. Вот это логика, но... Дробовик Рейдена не справился, дробовик Сатана не справился, остался Верей с Квайцем. Верей убил перхепса, но не смог Бладварена снять. И 1 в 3. Квайц находится у нас на Б. Что ты делаешь на Б, мой френд? А, если пойдут сейчас они его искать. Ну, это просто нелогично. Эх, давайте. Он слышит, вот он слышит вот эти звуки. Идет, Квайти, давай. 1 в 3 всего лишь клачится Зеха, это на изи. Я так каждый день делаю. Квайц решил... Ну, ему нужно засейвить фулл армор, а он идет. Ниндзя хочет сделать, неужели он... А почему не сесть бы ниндзя делать это? Ну ладно, проще в голову словить. Ну, неплохо. 15-5 матчпоинт, денег у КТшников нет, и скорее всего... Все завершится счетом 16-5 и... Будут вынуждены АВКДДжей сдавать здесь. Я уже... Ну... Я уже готов, на самом деле, хедшутерсов поздравить с победой, потому что девайсы против... Ну, хотя пенальти у Рейдена, Карма не разыграл свой девайс и погибает.
Выход на Б никого, однако Рейден с ВРМ все-таки сносят! Ай-яй-яй, зерги со ДРВМ снимают, сейчас Квайса, главное, начек, не начекали его! Перестрелка, Квайс делает минус 2, оставляя 1-2 клатч, у него еще и калаш. Его в спину обходит, неужели он это не слышит? И вот сейчас невероятно, но нет, он не значил клатч из-за команды, а так хорошо. Было сыграно.